ведал владыка в душе о вещем предостережение. Знал, что придет в это место сон вопиющих народов, дабы его похитив, восставить насильно на царство. В горный он лес удалился, на пустынные скалы. Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна. Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им: «Это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Иоанн представляет нам Иисуса, способного не только творить чудеса. Для Иоанна Иисус – это прежде всего идущий. И причем в этот раз мы видим Иисуса, идущим там, где ходить невозможно. Иисус идет по воде. Если мужчина идущий, то он может ходить и по воде, и по суше. Он не боится набегающей волны обстоятельств и не привыкает к земной определенности. Он всегда идет вперед. Он идущий. Таким был Христос во время жизни на земле. Таким его запомнил Иоанн. Таким мы видим его в Евангелии. Ученики были другими. Они ходили по земле и плавали по воде. Они были как все нормальные люди, но они забыли, что Иисус был другим. Они забыли, что Он не пользуется привычными средствами для решения проблем. Ему не обязательно плыть по воде, если можно идти по ней. Ему не обязательно садиться в лодку, чтобы переплыть на другой берег. И вообще плыть – это не в его стиле. Так и просится плыть по течению. Ему больше нравится идти. Так и хочется сказать, идти против течения. Одним словом, быть идущим – это его образ жизни. Стоит отметить, что Иоанн, в отличие от других евангелистов, очень сжато описывает то, что произошло на море. В своем повествовании «Морского чуда» он останавливает наше внимание на двух деталях. Сначала Иоанн говорит, что ученики больше испугались Иисуса, идущего по воде, нежели сильного ветра и волнения на море. А потом поясняет, что появление Иисуса на другой стороне моря является очередным чудом. Будучи профессиональными рыбаками, ученики выходили в море в любую погоду. Можно с уверенностью предположить, что каждый из них в совершенстве владел техникой вождения рыбацкой шхуны. Короче говоря, море – это их стихия. И в отличие от Иисуса-плотника, они чувствовали себя на море, как рыбы в воде или как Иисус в плотницкой мастерской. Как настоящие морские волки, они были готовы встретить в море все, что угодно, кроме Иисуса, идущего по воде. И, как оказалось, идущий Иисус напугал их больше, чем сильный ветер и волнующееся море. Почему ученики испугались своего учителя? Мне кажется, они так и не привыкли к тому, что он может найти выход из любой сложившейся ситуации, что он может творить чудеса. И самое главное, что он, как царь, посланный Богом, а не сделанный нечаянно народом. Он может не только кормить или исцелять, он может управлять стихией.
Стоило Иисусу войти в лодку учеников, как они тут же приплыли к берегу. Как это произошло? Кто может объяснить? Опять назойливый вопрос «как?» и мой любимый ответ «я не знаю». Я не знаю, как это произошло. Единственное, что я понял, нужно привыкнуть к тому, что Иисус может творить чудеса, что для Него нет неразрешимых ситуаций. А самое главное, нам нужно поверить в это. И тогда Он сможет для нас совершить тоже какое-нибудь чудо и проявить свою божественную силу. Я не умею ходить по воде, и у меня получается это только зимой и на льду. Тогда может попросить Спасителя, чтобы дал несколько уроков хождения по морю. И последнее. Нельзя нечаянно сделать Иисуса царем. Можно лишь целенаправленно подойти к Нему и попросить Его без страха войти в лодку своей жизни. И тогда никакие житейские бури, ни волны трудностей не смогут помешать нам достичь берега, к которому мы хотели приплыть. И благодаря этому мы сможем по-настоящему понять смысл морского чуда.